Отель Мэриголд заполнен целиком. Так что нам надо расширяться. Сеть отелей, которая откроется повсюду в Индии и за рубежом. Для таких, как эта чудная леди, которая и сказала, зачем мне умирать здесь, если можно умереть там. Видимо, все идет так гладко благодаря ей. Нам командой нужно быть, чтобы мечту осуществить, мами Джи. Осторожно, потом можно не разогнуться. Я вижу, еще держитесь, хоть кое-что слегка и обвисло. Вы давно с ним вместе? А мы не вместе. Спокойной ночи. До завтра. Да, но и не то чтобы врос. Еще один клиент. Словно лемминги, они бегут до края обрыва. То есть в наш отель Мэриголд. Ой, мама, держите меня семеро. Как только он тебя позовет, ты должна пойти к нему и танцевать с ним до упаду. Ты что, торгуешь родной матерью? Нет, 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 что ты? А хотя, да. Дорогие леди и джентльмены, мы отправимся к новой драгоценности на моей короне, к жемчужине моей ракушки, во второй отель Мэриголд, лучший из экзотических. Тогда езжай и порази их. Да, мадам. Сколько раз можно начинать жить заново? Да сколько хочешь. Здравствуй, Дуглас. Здравствуйте, Ивлин. Я, конечно, не устояла перед шансом вернуться и посмотреть на рассыпающиеся развалины. И еще узнать, как дела у отеля.